Современные дети – фейерверк таланта, творчества и успеха. Именно этими составляющими делились с посетителями ребята на форуме «Одаренной молодежи». В фойе областной филармонии работало несколько творческих и научных площадок. О своих открытиях рассказывали ребята из разных муниципалитетов. Денис преуспел в науке. На форум он приехал вместе со своим учителем и макетом трансформатора сербского ученого Никола Тесла. Эта аппаратура позволяет извлекать электрическую энергию из эфира. Вокруг нас, рассказывает преподаватель из ВИЧУГИ Сергей Кисляков, очень много энергии. Это магнитные волны между ионосферой и Землей. В одной положительный заряд, в другой отрицательный. Если соединить их, получится очень большое количество энергии. Здесь же мы раскачиваем с помощью трансформатора Тесла два магнитных поля. Магнитное поле, создаваемое этой аппаратурой, действует на магнитное поле Земли. И резонансной системой мы заставляем электрическую энергию из находящиеся вокруг нас, в любом месте, хоть в космосе, хоть где, переходить в обмотку этого трансформатора. Возникает магнитное поле. Практически получается беспроводная передача энергии. Для человечества вещь полезная и актуальная по современным меркам, энергосберегающая. Заниматься физикой очень интересно и открывать новые закономерности природы. Вот. И я собираюсь продолжать в этом участвовать дальше. И пытаться открывать новые законы физики. Современной молодежи важна наглядность и доступность науки. Самый популярный стенд на выставке называется «Занимательные опыты профессора Николя». Любознательные школьники сами участвовали в экспериментах, попробовали шипящие газировки и получили в подарок химических червячков. В таких вот в доступных опытах показать законы физики, научные опыты, химические какие-то реакции, чтобы в такой вот игровой вот форме показать, чтобы дети поняли, как это все выглядит, как это можно все сделать, даже, можно сказать, в домашних условиях. То есть это все очень просто. На торжественной части мероприятия в зале филармонии награды за труд, науку и творчество получили не только школьники, но и их педагоги. Ведь воспитать юного гения может только очень талантливый учитель. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.